Еще Гоголь задавался вопросом, какой же русский не любит быстрой езды. В наше время езда стала не только быстрой, но и крайне опасной. Водители не соблюдают правила дорожного движения. Именно для таких нарушителей открылась новая городская штрафплощадка. Теперь чебоксарским автолюбителям придется внимательнее следить за своим поведением на дороге и тем, где они оставляют своих железных коней. В городе заработала специальная стоянка для задержанных автомобилей. Ранее машины отвозили на стоянку в Новочебоксарске. Необходимость такой штрафплощадки в Чебоксарах объясняется тем, что нарушителей стало много. Значит, дорожная установка на дорогах города Чебоксары далеко не простая. И ни для кого не секрет, что зачастую водители не считают большим грехом сесть за руль в нетрезвом состоянии, либо не имея водительских прав, либо будучи лишенным прав водительских. Вот. В соответствии с российским законодательством, все эти нарушения влекут за собой задержание транспортного средства и постановку его на стоянку, значит, для предотвращения дальнейших тяжких последствий. Стоянка небольшая, всего на 45 машин. Руководитель стоянки уверяет, машины будут в безопасности. Работают камеры наблюдения, круглосуточно будет дежурить охрана, у которой есть кнопка экстренного вызова сотрудников полиции. Сам процесс эвакуации будет фиксировать камера видеорегистратора, которым оснащен эвакуатор. Водителю эвакуированной машины придется раскошелиться. Каждый час стоянки стоит 43 рубля 19 копеек. То есть сутки на такой площадке обойдутся горе-водителям в 1036 рублей. Машину может забрать только ее собственник. И лишь при наличии письменного разрешения госавтоинспекции. То есть рукописная доверенность в соответствии с российским законодательством действует только на управление транспортными средствами, но не на получение транспортного средства со стоянки. Стоянка просуществует до лета. После планируют открыть основную площадку для задержанных машин в районе поселка Лапсары. Ну а пока у чебоксарцев есть возможность забирать свои автомобили в своем городе, не выезжая за его пределы. Ника Филиппова, Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.